Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Номер 412. События дня. Матфея 19:18. А сначала не было так. 28 января. Сегодня за 28? Да. Сегодня у нас какое? 29. Ну как же так? Это ошибка выходит. Благодарю. Галина Влеська. Новокузнецк. Мир вам и благодать Господа нашего Иисуса Христа, братья. Какая мощная, горячая любовь Христова верует брата из белорусского города Слуцк. Чаша переполнена, огонь горит, искры во все стороны. Как это чувствование знакомо и как понятен этот любвеобильный брат? Видишь, как понятен. С избытком дается нам сохраним этот огонь любви. Слава Христу, показавшему нам свет, брату-христианину Игнатию-проповеднику благодарение, здравие ныне и спасение в вечности, премудрость прости, вера от слышания. Аллилуйя. Вот так, пожалуйста. Марина С. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Прислали вам в гостинец посылку, она уже на вашей почте. Получите, пожалуйста, с большим уважением к вам и любовью. Игнатий Лапкин. Если это так, то я посылки иногда даже в дом не забираю, а с кем-либо знакомым туда иду и там отдаю. Марина Игнатий Тихонович, распорядитесь так, как вы считаете нужным. Помолитесь за меня, рабу Божью Марину, вес посылки 13 килограмм 660 грамм. Я очень люблю вас, вы самый родной человек для меня на земле. Знать не знаю, главное, Господь, видишь как, ну это равновесие от хулителя и то, чтобы не унывал. Занятие по Библии — это название ролика. И вот под ним пишут. Может, я не прав, это Игорь Думщиков, православный христианин. Занятие по Библии после богослужения. 1 Фессалоникийцам, 2 глава, 22.01. Может, я не прав, только этот выпуск более. Такое ощущение, что присутствовала благодать Божья. У всех такие яркие впечатления. Спаси, Господи. Ну вот понимаешь, как вот говорят, ну а как, да откуда я знаю, просто показал. Дальше, у нас есть свои ресурсы. Вот сейчас я это скину, которые уже записали, они мне мешают. О, так это на мой мир мне уже не выйти, наверное. Вот мой мир, я здесь отдельно открою, там у меня страница с Паскалем. Вот как выглядит мой мир, посмотрите. Там у меня есть дополнительная страница, а там с голубем. Именно здесь можно писать. Вот вверху тут показано к истине 2 mail.ru. Отвечаю. Я не бываю ВКонтакте, хотя в Твиттере, там в Фейсбуке везде странички есть, говорят. Сделали модераторы. Ну и другое ценное очень. Это наш большой форум. Форум большой. Очень большой форум. Легко регистрироваться, писать 1602 темы. О, кто-то зашел. Что, что он тут пишет? Ну, сейчас мы глянем. Вот на первой странице 34-я открываю. Ну, все тут. Ну-ка, давай маленько прочитаем. А, это было еще, да. Было? Ездил в монастырь, курит 50% все сотрудников. Здесь, да? Да. Так, а что оно? Или что это? А что тут прикреплено? Ай. Да ничего нету. Я не понял тогда, что это. Табачная компания. А? Вон из наших... Ну, а что тут? Ну, можно, ну давайте прочитаем, там что-то есть. Вот. Это не одно и то же, может вот быть? Вот это ездил в монастырь было это. А? Вот это вверху ездил в монастырь было, а под ним мы не читали этого. А тут что-то еще погибшее? Ну, выше поднимите, посередине где-то оставьте. Вот отсюда вот. Вот отсюда? Да. Простите меня, Игнатий Тихонович, но я самый большой грешник на земле, как выяснилось. Блудный грех погубил меня. О. И все мои песни и стихи оказались ненужными, как и я сам. А гимн, который получился, увы, никто не хочет мне помочь доделывать. Всем некогда, у всех дела, хотя и деньги есть. А я в своих грехах дошел до инвалидности, и каждый день для меня мука. Ну вот, радость тоже нашел все. Ибо насильством бесы и другие из преисподней меня убивают, зная мои грехи. Мне нечем оправдаться даже, а стихи и моя открытость для людей послужила мне не в пользу. Я пытаюсь спасаться, но весь мир хочет смерти моей, и как шакалы подстерегают, чтобы погубить.
и тычут мне, и не хотят знать спасения моего во Христе, и злословят между собой. И мне никак не удается справиться с обидой, что, совершив столь тяжкие грехи, мне уготован ад, а я 3 года пытаюсь выбраться из тьмы на свет, зная спасение многих, ушедших из городов поселения, не зная, что делать теперь мне. Очень хочется, чтобы гимн зазвучал и вдохновил сердца многих, несмотря на грехи, к следованию за Христом и Его принятию, к свободе во Христе. Видите, сколько? Ну, а тут что можно сказать? А что ты грешил? Грешил, знал. Интересно, такие люди как-то прибиваются ближе к священникам, и священник с ним занимается, а потом говорит, а священник сказал, я бесноватый. Ну, бесноватый, так езжай, трудись. А что делать? Я ничего не делаю, я рисую, там что-то оформляет. Да ты работай до пота, постом молитвой души, и маленько тебе прояснится свет. Сначала блудит, а потом я не знаю, что делать. Ну, я еще могу сказать, ты не блуди. Какое тебе удовольствие-то от этого было? Срам один говорит даже. Вот. Это дальше у нас есть YouTube. Большой YouTube, православный видеоканал. Во свете Библии. Вот кто-то. Я открываю с опаской. Какую-нибудь пакость может быть. О, в одежде в грязи спит. Я в одежде в грязи сплю. Компьютер есть. За визитки переживает. А спит, как последний бомж. Какое же там здоровье будет в такой грязноте. Вот, то есть он посмотрел издалека, узнал, какая, кто пользователь. Наталья Глоба. Она или... Ну, у тебя чисто, Наталья. Ну, покажи свою чистоту. Мне 77 лет уже будет. А здоровья сколько? Побольше, чем у всех вместе взятых. Да. Летом работаю с молодежью, я им ни в чем не уступаю. В работе пилить вручную. Это не все. Я таблетки ни одной не съел. Живу минимальнейшие, копейки какие-то трачу. А святые как жили, если ты святых знаешь? Где они? Великий пост, ни одна женщина не мылась. 7 недель. Да как это, женщина не мылась? Да у нее же всякое... Не мылись, бани не знали, закрыто все, как телевизор. Вот она увидела издалека, как ты могла увидеть, грязнота, чисто, нормально. Она считает это грязью. Ну ладно, грязь. Ну а дальше-то что? Ты посмотри, что Господь позволяет сделать-то. Обернись на свою жизнь. Мы тебя знаем, Наталья Глоба? Нет, не знаем. В какой ты живешь чистоте? Не знаем. Ты можешь день и ночь чистить, и все это никуда не идет. Святые, ты почитай же тебя святых. Как они жили? Семен... Столпник, что у него, мыли там или что? Даниил, да, всех перечисляй. Иоанн Златоуст, Василий Великий, говорит, готовили хлеб такой, что его есть нельзя было. Специально. Как они его с золой. Другая ела там с пепла. А этот пепел приносит, мы считали, спит на камнях. То есть они не знают, это люди совершенно не православные. А Господь где спал, не имея где главу преклонить? А Иоанн Богослов, этот креститель, как? Ну и как, с верблюдами, да... Вербюжье. Какое у него там было, не знаю. То есть эти люди, христианцы, ничего общего даже не имеют. Абсолютно. Да и когда это было, чтобы чистота стояла на первом месте? Какая чистота? Чисто. Ничего не знают. Вот я говорил, ну ладно, без матерков хоть обошлось. И то слава Богу. Слава Богу. Дальше, что у нас тут? Ну, во свете Библии. Вот, мы посмотрим сейчас. Последний здесь, это большой материал, 4124 ответа. И мы такое по выборочно берем про церковь. Сюда вставляем по утрам. Вот сколько прошли. Вот еще тут много, еще хватит. Вот сколько о церкви. Покажи, Наталья, что у тебя там есть? Ничего нету. А это ответ. О, коротенький наконец-то, а то большие ответы. Сейчас мы вывернем это. Так, это что у меня? Это тоже, еще оно тут торчит, мешает. Еще раз, если оно появится, придется закрыть. Вот, сразу на 20-й шрифт возвожу и считаем. Вопрос 2400. Это занятие в университете, студенты, преподаватели мне задают вопрос. Вопрос 2422, 11 том «Открытым оком». Вы ссылаетесь на решения соборов вселенских и поместных, но если бы этих соборов не было, или взять время до соборов, что же получается, что и спастись без них нельзя? Какие вопросы? Понял как? Ответ. Дальше. С
Спастись без соборов можно, и может быть даже удобнее было бы. Но это при условии, если бы мы слышали хорошо голос Духа Святого. Вот, понимаешь, какой ответ? Если бы не было на земле ереси, если бы мы были сами здоровы в вере, и если бы имели твердую волю, трезвый ум, не ниже, чем отцы этих соборов. Вот мой ответ. Священники сегодня ответят так? Нет, конечно. Ну, хоть один-то кто-то ответит. Есть, которые знают и просчитают согласно, но сказать не смогут. Почему? Как Андрей Куряев говорит, для меня важно, что епископ скажет. А Игнатий ему говорит, все равно это. Вон все наши соборы. Что Библия говорит? Примерное состояние тех, кто соборы не принял, они раздробились на тысячи сект, как царство Израилево. Третье царство 12:6-8. Царь Равоам советовался со старцами, которые представляли пред Соломоном. Предстояли отцом его, при жизни его, и говорил, как посоветуете вы мне отвечать всему народу. Но он пренебрег совет старцев, что они советовали ему, и советовался с молодыми людьми, которые выросли вместе с ним, и которые предстояли пред ним. Иезекииль 7:26. Пренебрег совет старцев, потерял царство. Иезекииль. Беда пойдет за бедою, и весть за вестью, и будут просить у пророка видения, и не станет учения и у священника, и совета у старцев. Если бы не было ни одного собора, то при нашем положении мы бы их сами начали составлять, свои правила выносить. Правда, намного пожиже и пониже. Вот весь ответ. Пожиже, пониже. Давай, записать надо. Подожди-ка, мне раскрыть надо, закрыть. Я туда сунул. Значит, церковь. Нужны ли соборы? У меня есть кому было вести занятия в университете. Но я в больнице оказался. И стали сразу звонить. А кто будет вести занятия? Ну, сказали, брат такой-то. Сразу наполовину опустело. Почему? Они ни один вопрос не могут ответить. При всем знании. А если будет отвечать, он долдонит, на одном месте стоит. Это Бог дает. Вот то, что миссионерство, это Дух Святой. Это нельзя составить миссионерскую какую-то коллегию, там отделы составляют. Все это ложь. Дальше. Так. Ну еще вот открываем. Убираем. Я промазал, 20-е меньше сделал дальше. Вот, теперь хорошо видать. Давай. Это в папке о церкви. Вопрос 2427, 11 том, открытый молком. Кто из непризнавших декларацию митрополита Сергия Строгородского был особенно непримиримым? И как же это выглядит во свете Библии? Вот видишь, какие вопросы. Ясно дело, что эти люди уже очень много знают. И знают митрополита, и знают состояние. Вопросы-то какие? А сегодня-то посмотри, священникам какие вопросы задают-то. Ну смешно даже. Можно ли заниматься рукоблудием, отвечают. Вообще. Ой-ой-ой. Ответ. Исповедник, протопресвитер Михаил Польский. Говорит. Говорит. Я должен знать вот какие уже, не писания, ничего, а просто из литературы. Безусловно. Что то, что называют по официальному виду церковью в России, есть блудница. Как это не тяжко признавать нашему русскому национальному самолюбию? То есть московская патриархия – это блудница. Блудница ли? Дальше. Святой новомученик епископ Иларион Бельский. Викарий Смоленский был самый непримиримый враг декларации митрополита Сергия. В 1927 году он отрицал совершаемые сергианами таинства – и вторично крестил младенцев, и венчал уже венчанных в советской, кавычках, церкви. Были и другие, и даже очень многие, но от них или ничего не сохранилось, или еще не опубликовано. Максимализм должен быть разумен и в вопросах веры. Думаю, что непримиримые... Это я отвечаю, это мои слова. Посягнувшие правильно совершенные таинства... пересовершать снова были в очень сложном положении, и их позиция не могла быть без ожесточения и озлобленности. Но в вопросах Писания нужно быть именно таким,
Галатам. Понятно? Вот я тебе отвечаю. Слышите, все в вопросах Писания нужно твердо, но твердо придерживается Священного Писания. Считаем. Галатам 2.11. Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Вот и все. 2 Коринфянам 11.13. Ибо таковы лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых. Псалом 25.5. Возненавидел я в сборище злонамеренных, и с нечестивыми не сяду. Непримиримость какая. Исайя 57.13. Когда ты будешь вопить, спасет ли тебя сборище твое? Всех ли всех их унесет ветер, развеет дуновение? А надеющийся на меня наследует землю и будет владеть святую горою моею. Вот эти места Писания отвечают. Священники сегодня никогда, ни один, ни патриарх, никто не отвечает. Смотри, какой разбор. Псалом, Коринфянам, Галатам, Осия. Осия 6.9. Как разбойники подстерегают человека, так сборище священников убивают на пути в стихе и совершают мерзости. Ну, что сборище понимает, но сборище священников, сборище священников, кто сегодня может так сказать? Да тебя убьют за это, сборище священников. Вообще. Понятно, нет? Откопируй. Сборище, они собирают епархиальное, там, это, патриарх их собирает, сборище. Откровение 2.9. Знаю твои дела, и скорбь, и нищету. Впрочем, ты богат, и злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Вот так они считаются верующими, академии покончали сборище сатанинское. И маленькое стихотворение, давай-ка. И в тюрьмах, в ссылках, в страшных лагерях какой-нибудь священник, узник тоже, гасил в смятенных душах боли страх и помогал несчастным словом Божьим. Как часто мы не соглашались с ним, считая, что он строг, умом не понимая, что каждым словом, ласковым своим, молился он за нас, все наши мысли зная. Он знал до конца, до каждой мысли знал, прощал нам нашу суету и ссоры, и с тихой улыбкой внимал пустым и равнодушным разговором. Мы не могли тогда душой осознать, какое счастье нам выпало на долю, быть вместе с ним, его словам внимать, его молитв простить и в радости, и в боли. Нас было трудно словом убедить, его сберечь, нам веры не хватало, и сердце словно замерло в груди в тот страшный час, когда его не стало. Так было суждено. Нам не дано забыть, и время вечное бессильно тоже, нам память о прожитом погасить, нас болью о прожитом не тревожить. Бывают дни спокойны и ясны, когда мы верны его заветам, воспоминаниям о нем полны, воспоминаниям о нем согреты. Вот хотелось бы, чтобы после нашей смерти так же говорили. Дальше. Пошли нам, Господи, отдать сполна всю нашу жизнь его святым заветам. Как просто жить, когда душа полна любовью, пониманием и светом. Копиченко. Вот, пожалуйста. А ты стихотворение читал, подумал, чье оно? Сначала думал ваше, а потом... Вот так. У меня подобное есть. Дальше. Церковь. Отзывы о сергианстве. Вот какие вопросы мне задавали. Я священников спрашиваю сегодня. Такие вопросы были. Так нет, духовно еще там одни профессора сидели. Нет, конечно. Вот теперь и вопросы, какой том. Все указано. Ваши семинарии, академии, они не помогут, если ты трусливый. За краюшку черствого хлеба там всю жизнь людей обманываешь. Давай. Вопрос 2468, 11 том, открытым оком. Как изучать правила православной церкви? Отдельно от истории церкви или же вместе с ней? Понятно. Вот это вопросы. Важно ли христианину знать историю своей церкви? Дальше. Ответ. У меня нет никакой системы, я до всего доходил опытным путем. Но на первом месте должно стоять хорошее знание Библии, ее толкование по святым отцам Вселенской Церкви. И никогда никакие истории, никакие предания даже в мыслях не допускай быть равным с Библией.
Это все равно, что признать Бога Творца равным твари, хотя эта тварь и молится Богу, и в ней Дух Святой. Хотя правила церковные, предание священное и было написано людьми, верующими, но это всего лишь может быть отчасти проистекающее из Библии. Как бы мы ни усилились сфокусировать через мощное увеличительное стекло солнечный луч, но это еще не солнце. И никогда эта точка не может равняться солнцу. И не только неразумны те, кто равняет и ставит рядом Писание с преданием. Но это полное безумие и не иначе, как от демона зла такая мысль пришла к человеку равнять Слово Божие со словом человеческим, хотя бы и от святых отцов. На это не претендовали ни Василий Великий со своими канонами и никто из святых мужей. Нужно знать историю церкви, историю возникновения правил, соборов. Профессор Киевской духовной академии Скоблинович хорошо это растолковывает. Историю своей церкви нужно знать, но не защищать то, что было в ней не по Писанию, и даже явно вопреки священного слова Иеговы. На все нужно смотреть через смысл Библии. В истории нашей церкви страшно много напутано, и верно ли еще передают то, что уже академически выверено? То есть даже уже выверено, напечатано, и правильно ли передают-то они еще, мы же ничего не знаем это. Есть такое выражение, когда что-то докладывают на синоде, а в ответ принято к сведению, так и здесь. Екклесиаст 12:12-14. «А что сверх всего этого, сын мой, того берегись. Составлять много книг конца не будет, и много читать утомительно для тела. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо». О чем? История. Так написать. Церковь. Ее история. Церковь – это название папки, ее история. И опять идем. У нас время есть. Мы должны вывести. Так. Вот теперь мы контур копируем, убираем, открываем, развертываем, вставляем. Активируем и шрифт увеличиваем. Все, теперь только насчитать. Вопрос 2473, 11 том «Открытым оком». Мы каждый раз, совершая молитвословие или таинство, включаем в них прочтение символа веры. И во втором члене символа читаем «Рождена, не сотворена». «Рождена, не сотворена, рождена». Ну что ты? А, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу. Как Шаляпин этот поет. Но если слово «единосущный» ни разу не встречается в Библии, то как могли вселенские епископы включить его в столь важный документ? И какие последствия это имело для церкви в дальнейшем? Представь, какие у меня вопросы. Где бы ни были задания, я еще ни разу не встречал, чтобы священнику задавали какие-то вопросы, подобные нет. А все только одно здесь там. Можно ли в штанах ходить там женщине? Ответ. Это слово было искусственно введено в обиход, так как речь шла о деле исключительно спорном, горнем в соединении с земным и не поддающимся рассудочному изъяснению. Само слово о равенстве Христа, Сына Божия Богу Отцу и Иегове, должно было разом прекратить споры, отрезать от православия лжеумствование, ария и других еретиков, посягающих на божественность Мессии. Было множество попыток вводить различные слова, масса символов веры и уже принятых, но потом отвергнутых одной или обеими сторонами. Но эти символы не прижились, о последствиях введения нового слова никто, похоже, не думал, так как Библия уже несколько столетий не стояла на первом месте, а потому был дан зеленый свет человеческому творчеству вторгаться в неведомое, запредельное, неописанное никем. Псалом 131:2. «Господи, не надмевалось сердце мое, и не возносились очи мои, и я не входил в великое и для меня недосягаемое. Не смирял ли я, не успокаивал ли души мои, как дитяти, отнятого от груди матери? Душа моя была во мне, как дитя, отнятое от груди». Именно, как подтвердить? Какими словами? Главное, библейскими.
Дальше. Даже в рассуждении о мудрости, о заповедях Божьих, нужна осторожность, так как она сотайница судеб Божьих. Сотайница. Судеб Божьих. Второзаконие 30.12. Она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. Даже дом Божий построить на земле мудрости не хватит, а тут взялись рассуждать о самом божестве. 2 Паралипоменон 2.6. И достанет для кого силы построить ему дом, когда небо и небеса небес не вмещают его? И кто я, чтобы мог построить ему дом? Разве только для курения пред лицом его? Но не все же были на соборе Соломонами. Так почему же вторгались в неприступный свет? Это похоже уже не на мудрость свыше, потому что вышняя мудрость скромна. Вот второе Паралипоменон. Ты прочитал, тебе новое показалось здесь? Такое редкое место. Да. Кто построит ему дом? Только что? Для курения пред лицом его. Дальше. Иаков 3.14, 15-17. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ну, вот какая мудрость-то еще бывает. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов. И что там? Беспристрастно и нелицемерно. Слово беспристрастно можешь пояснить, что такое? Ну, по слову Божию, в общем, судится все, без личных претензий. Что такое без слова беспристрастное? Но не имеющее страстей. Да. Ну, сказано, ни злобы, то ни зависти ничего не имеет, это имеется. То есть, человек говорит с пристрастием, кого-то любит, кого-то не любит. Ты заранее уже настроен на это. А мудрость выше, она беспристрастна, она не смотрит, раб, президент, патриарх или что-то. Она не склоняется к величию человеческому по-земному. Беспристрастно должно отвечать. А здесь не так. А я не могу это сказать. Почему? А это наш патриарх. Ну, я тут не буду зачитывать. Премудрость Соломона 7.21. Просто проведу это место. Сами прочитайте. Тормозните и прочитайте. Вот до сих пор. Потому что это большой участок. Считай дальше Сирахова. Сирахов 42.18. Он проникает бездну и сердце, и видит все изгибы их, ибо Господь знает всякое ведение и прозирает в знамение века. Редкое слово? Да. Как оно звучит интересно. Ну вот и все. О чем речь шла? Во вселенских соборах, символе веры, единосущное слово. Давай. Церковь единосущая. Не забывай каждый раз такой вопрос-то. Еще так. Почему я должен помнить это? Ты молод, тебе и отвечать за все. Вот так. Ctrl-A, Ctrl-S. Убираем, вставляем. Это у нас отработано уже. Ctrl-V. Вступить. Увеличить до 20-го шрифта. Поехали. Вопрос 2607. 12-й том «Открытым оком». Как правильно пользоваться канонами церкви? Их каждый тянет к себе и даже отвергает напрочь. Нужно понимать буквально или искать духовную сердцевину в них? О как, какие вопросы. Ты за капель стоишь, отвечай. Ответ. Каноны – это вехи на евангельском пути, и они не вечны, никак не равны Писанию. Каноны, хотя и писаны людьми, но могут быть трубами Духа Святого. Это 6-й Вселенский собор, 2-е правило. Тем более, толкование канонов далеко не сами каноны, и уж никак не равноценны с Библией. Григорий Грабе, епископ зарубежной церкви, много потрудился в разъяснении канонов. Кавычки открыты. Мне кажется, что представление о канонах, как о какой-то сухой и мертвящей материи, происходит отчасти от того, что их мало кто знает и понимает по существу. Важно увидеть в них не только или не столько регулирующий закон, сколько боговдохновенное творение, направленное к нашему спасению. Каноны твердо устанавливают нравственные принципы, но в своем применении оставляют широкое поле для пасторской чуткости и пасторского усмотрения. Митрополит Антоний как раз учил нас искать в канонах принцип, а не букву.
Храповицкий Антоний имеет в виду. Этот документ прежде всего пастырский, поэтому и святой Григорий Неокесарийский, вопреки вашему замечанию, до известной степени укладывается в каноны, взятые из его творений, 12 правил. Ведь правила святых отцов большей частью писались не как законодательная формула, а в качестве архипастырских разъяснений по разным случаям. А Вселенский собор, оценивший переходящую за пределы современности мудрую принципиальность этих разъяснений, ввел их в книгу правил. Беда не в правилах, а в тех людях, которые и Святым Писанием пользуются с талмудической узостью. Те проблемы, которые вы указываете, совсем не так трудно канонически разрешить. Вопрос о тайно крещенных нам уже приходилось практически разрешать. Конечно, в иных случаях люди будут по неведению дважды крещены. Он не знает, маленький был. Но как раз каноны указывают, что лучше это, чем оставить человека вовсе и не крещенным. Исайя 28:13. И стало у них словом Господа заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного, там немного. Так что они пойдут и упадут в навзничь, и разобьются, и попадут в сеть, и будут уловлены. А что такое навзничь? Ну, видимо, или вперед, или назад, я не знаю. Маленько осталось. Давай. Ничего страшнее, глупее невозможно придумать. Как путь, каким пошли старообрядцы, которые отвергают русский перевод Библии, не дав своего, как мыслится, имя лучшего. И все пытаются держать на канонах, из которых больше половины ревностно нарушают, оправдывая себя необходимостью времени. Стихотворение. Несущая конструкция везде, на чем стоит, висит или уперлась, опорой мировой кресту везде, не вкралась пустота там или подлость. Фундамент здания достаточно ли прочен, не вымыет ли из-под него грунтовая вода. Вода. И притча говорит о том же, между прочим, кто строит на песке, тому капут, беда. Насколько прочны балки надо мной? На них наложили сверх нормы. Наложили сверх нормы на полы. На полы. Не дай бог треснет, рухнет, подомнет. Заваркой станет горькая полынь. Удерживает тишину порядок евангельский закон малоизвестный. Он в совести, не вдалеке, а рядом. Да будет в сердце, не на последнем месте. Несущая конструкция России. Монархия, армады армий, флот. Обман, измена, трусость подкосили. Сглотнул, переварил их лысый кашалот. Понятно, о ком? Да. Лысый кашалот. Да. Опора оказалась ненадежной. Весь род Романовых поставлен к стенке был. Кого он удержал, сам породнившись с ложью, когда евангельскую проповедь убил? На монархизм не опирайся сходу. Как многие жестоко в нем ошиблись, пожалели. И не царям менять прогнозы мировой погоды. Не устояли перед масонами ни Гитлер и ни Ленин. Краеугольный камень есть один. Он основание души моей и церкви. В нем трещин и пустот неразглядим. Он автор Библии. Нам из нее и черпать. Любовь к Творцу и к ближнему – вот гвоздь. На нем висят все заповеди Божьи. С Иисусом будущность моя, не на авось. Сам Дух Святой фундамент тот заложил. Вот так. О чем речь? Каноны. Как понимать каноны, я ж не знаю. Давай. Церковь канона. Так, пошли дальше. У нас время есть еще, мы запишем. Вот так. Придется по-другому никак. Запоминай. Вопрос 2742, 12 том «Открытым оком». Разве в обиде революции церковь не признает и своей вины? Почему она произошла революция-то? Церковь подготавливала к этому. Ответ. На соборе 1917-18 годов были даже вполне прозрительные мысли, но уже безнадежно опоздавшие. В
дверях уже стояли красношлемные витязи и поволокли на свалку трибоисполнителей на канонизацию. На канонизацию, потому что расстреляют их, канонизируют. Вот только крохотные выписки из тех выступлений, кавычки открыты. Вот ответ какой. Я должен знать политические, церковные ведомости, груды и груды литературы это приходилось лопатить и конспектировать, чтобы выйти перед народом и на любой вопрос отвечать. Вот, допустим, за 25 лет в университетах ни одного вопроса, а тут только малая часть, на который бы не отвечал. Самые хитрые, самые подковырные, под меня там где-то, я все равно их отвечал. Поэтому, ну и такое отношение было. А были такие, чтобы все время враги были, не было практически никого. Раз-два, и дальше он размягчался, видел, что тут лукавства нету. Кавычки открыты. Для того, чтобы приступить к принятию таинства или к молитве, надо быть оглашенным в учении церкви. А для этого нужна проповедь. Вот почему апостол и говорит, 1 Коринфянам 1:17. Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать. Не признавать проповеди, ее необходимости преступно. В деле проповедничества мы переживаем настоящую катастрофичность. Обратитесь к нашей православной пастве с таким вопросом. Расскажи нам про страннее, как веруешь, и в ответ вы получите гробовое молчание. Не только в глухих селах и заводах, но и в культурных городах вы встретите весьма много лиц православных, которые не знают ни догматов, ни истории церковной, не знают даже общепотребительных молитв. Кто в этом виноват? Где причина этого безотрадного печального состояния нашей паствы? Каждому священнодействию должно по необходимости предшествовать учение, потому что таинства не могут помочь тому, кто принимает их без веры. Должен быть решен вопрос о сдвиге нашего традиционного православия от его обрядового направления на религиозно-сознательный путь. Происходящее свидетельствует о банкротстве православия. Без проповеди пастырство не достигает своего назначения и лишь привлекает на пастыря горе, вероятно, подобное тому, какой угрожает бесплодная смоковница. Кавычки закрыты. Кавычки закрыты. Вот сколько мы просчитали, там указано, кто считает, говорит это. Сегодняшнее положение еще ужаснее. Это я уже говорю. Потому что впереди нас прошли эти учителя, сваленные в одну кучу на Соловках. Разве мы лучше их? Лука 13:3. Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. Исайя 42:22. Но это народ разоренный и разграбленный, все они связаны в подземельях и сокрыты в темницах, сделались добычей, и нет избавителя, ограблены, и никто не говорит «отдай назад». Захария 2:9. И вот я подниму руку мою на них, и они сделаются добычей рабов своих, и тогда узнаете, что Господь Саваоф послал меня. Да. Стих. События вчерашние и книги, хотя бы злободневнее перца, хрена, тускнеет, ржаветь стремятся после мига, разваливаются под напором тлена. Но есть одно, живее пресносущих, случившееся на одном холме. День ото дня о нем молва все пуще, и даже злейший враг уверен в том полне. 2000 уже прошедших лет, как день неполный, менее чем час. Там хищником навет насест, там прослужил скелет, трапезничали звери и солдат рычал. Ни света даже в полдень и ни зги. Клубящийся народ, как наш церковный, и море жалости, отчаяния, тоски, как будто мир покинул Иегова. Что строится? Зачем здесь гвозди, молот? Нужда какая пол тут собрала? Зачем спешать сюда? Кто старый молот? Замешаны в том Ирод и Пилат? Какое отношение римлян? Их непобедимые... Какое отношение римлян? Их непобедимые... Зачем когорты? Несут наркотик уксус. Кто здесь пьян? Устраивает жизнь свои аборты. Забыто много из тех непотребных дней. В опилке древа креста. В опилке древа креста. Мошенство с плащаницей. Войдет в историю и в символ судья-злодей, и будет зло стократ на дню щениться. Ну-ка, прочитай заново. Забыто много из тех непотребных дней в опилке дерева креста, мошенство с плащаницей. Войдет в историю и в символ судья-злодей, типа Пилат,
и будет зло стократ на дню щениться. А Марейка понимать начинает. А вот щениться, вот я не понял, что щениться. И на стократ на дню щениться. Собака щениться, много приносит. Так зло будет щениться. А, собачатник, кодло это. А. Первосвященники воскрили одежд. Продать сумеют папам-патриархам. Сумеют. 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 Папам-патриархам оттиражируют епископов невежды. Попов размножат, словно в вихре праха. Животворящ тот крест и жив его хозяин. Он и на храмах явится, на куполе небес. Все остальное в глубочайшей яме. О том напомнил мне нательный стертый крест. Вот, вот крестик взял в руки, вот такое стихотворение, что меня Господь выдавил. О чем речь? Ну, тут церковь революция ввел. Так, церковь революция. Вот у нас как хорошо, славно идет. Дальше. Ctrl S. Убрать. Открыть. Развернуть. Вставить. Выделить. Увеличить. Прочитать. И разъяснить. Давай, запоминай, о чем речь. Вопрос 2769, 13 том «Открытым оком». Как случилось так, что икон только широко известных и памятных дат и посвященных более чем дней в году? Если бы прямо Богу были приписаны победы и избавление от врагов, тогда все стояло бы на Библии, а так потянуло куда-то вовсе в другую сторону. Или я ошибаюсь? Хорошие вопросы. Хорошие. Какой контингент у меня в университетах был? Ответ. Только Владимирской иконе Божьей Матери посвящено несколько дат, отражающих бывшие исторические события. Посмотри, сколько надо было. А что, из литературы? Сам-то я ничего не знаю, беру. Тамерлан шел при князе Василии I в 1395 году, 26 августа. Ахмат хан Ордынский, 1480 году, 23 июня. Крымский хан Махмед Гирей, 1521 году, 21 мая. И каждый раз чудо было после того, как икону сию привозили или даже еще и не довозили до места сражения, как враг удалялся. Бог мог бы сделать так, чтобы при появлении иконы враги одерживали победы. И тогда, рано или поздно, поняли бы наконец, что иконы не нужны. То есть, икона еще только подвозят, а уже враг бежит. Ну и легко бы сказали... Если бы по-другому-то было, что идолы, они не помогают, но получается-то не так. Первое царство 4, 6, 10, 11. И услышали филистимляне шум восклицаний и сказали, отчего такие громкие восклицания в стане евреев? И узнали, что ковчег Господень прибыл в стан. И сразились филистимляне, и поражены были израильтяне. И каждый побежал в шатер свой. И было поражение весьма великое. И пало из израильтян 30 тысяч пеших. И ковчег Божий был взят. И два сына Илиивы, Офни и Финиес, умерли. Которые отталкивали людей, блудились с прихожанками. Если бы случалось всегда так, как с ковчегом, то надеялись бы на Бога, а не на ковчег. А нужно просто молиться в духе и истине. Но случается так, как описано. И вера в чудо от икон только укреплялась. Некогда Израиль воевал, и окруженный царь Моавитский додумался принести в жертву своего сына. 4 царств 3.27. И взял он сына своего первенца, которому следовало царствовать вместо него, и вознес его во все сожжения на стене. Это произвело большое негодование в израильтянах, и они отступили от него и возвратились в свою землю. И Иегова мог бы положить на сердце израильтян, чтобы покарать как такого царя-сыноубийцу. Но евреи отступили. И вот уж царь-то... А вот уж царь-то языческий. Ввел этот ритуал свой синодик, как у нас на Владимирскую икону. Что вот где проклятые обрезанные отступили только потому, что он принес в жертву сына своего единородного. И отныне, когда беда великая подступит к нам... Нужно приносить завсегда сыновей своих жертву нашему Молоху. Это я все позиции рассматриваю.
Бог делает так, как ему угодно, потому и не нужно приписывать победу чему-то и кому-то, кроме вот его. Второе царство 23:10. Израильтяне вышли против них, и он стал и поражал филистимлян до того, что рука его утомилась и прилипла к мечу. От крови. И даровал Господь в тот день великую победу, и народ последовал за ним для того только, чтобы обирать убитых. Вот, нашли зачем. Дальше. Зло виноградарей. Да сколько же их теперь, за тысячи прошедших лет в реестры. Враг человек и жужелица зверь. От Каиафы отпрыск, архиерей на перстник. Плетается корнями меж камней, стволом корявым вьется до излома. Сок виноградный с радостью в вине. Хозяин ждет, послы пришли с поклоном. Но сатана сумел мозги заквасить, присвоить виноградник беспардонно. В устав труда вписали катавасии, традиции, измышления груды тонны. И по всему отныне выходило, они отцы, учителя вселенной, не руководство Библии, а выдумкам подстилка, а без Писания все и навсегда ослепнут. Коль правду говорил, прося плодов евангельского духа, а не схимы, разбить им головы был типикон готов, считая, что актоихом хранимы. А что есть в винограднике устав, подписанный с печатью Иеговы, о том не звука, на замок уста, а только о преданиях шум и гомон. Похоже, что и сын уже не нужен, не просто лик иконный, а живой, который мелочь рассыпал из кружек, и от бичуемых им ныне слышен вой. Они захватчики и злые тунеядцы, испакостили хитро виноградник Божий. Вначале виноделы намесили пятниц, в монашескую ряску облеклись чуть позже. Я православный, но когда вхожу трудиться в винограднике Иисуса, меня считает метроносный жук из-под домофора пальцем опричником на уськом. Так значит, иконы, получается, в самом деле помогали, я так понял. Ну ты понял, что здесь написано? А что сейчас речь идет? Ну, больше икон, чем дней в году, там написано. Как? Что количество дней памятования икон больше, чем дней в году. Ну, давай пиши, церковь, иконы. Так я ответа не очень-то понял. Получается, иконы помогали, раз они отступали. Ну, о чем речь идет? Господь помогал. Господь, икона ничего не может помочь, она сама себя спасти не может. Ее украли, и все. Ну да, иконы как... Все, ничего. Дальше. Иконы. Бог. Но Бог мог сделать по-другому, чтобы к иконам больше не обращались. Но вот тут не так. Тут не по-нашему. А что, именно молились в это время и взывали к Богу, и иконы прославляемы были, и на них вешали потом столько всего, золота, серебра, что сказать нельзя. Вот смотришь там, где у гроба Господня, этих лампад висит куча. Вопрос 2821, 13 том «Открытым оком». В церковном календаре есть список имен, в честь кого только и можно называть крестить людей. И почти напротив каждого имени стоит перевод этого имени, и в скобках указано, с какого языка перевод. Меня зовут Надежда. Этих указаний против моего имени там нет. Почему? Почему? Мне не дается разъяснение-то. Да, почему? Ответ. Ответ. Вера наша пришла от евреев, когда в церкви был уже сон признанных святых. Были святые евреи, греки, грузины, римляне. И в тех народах имена были со значением, непроизвольные, не абракадабры вроде Вилора, Владимир Ильич Ленин, организатор революции. Чтобы мы имели представление о значении имени, дается и перевод в календаре. Возникает вопрос, если имена вера, надежда, любовь действительно имена частные, а не абстрактные понятия, то как во втором веке от Рождества Христова при императоре Адриане римлянка София могла назвать своих дочерей славянскими именами? Вопрос. Вера, надежда, любовь. Память 17-30 сентября. Да. Славянских имен очень мало, и все они подвергаются исследователями очень серьезному сомнению. Да были ли такие святые вообще, или их придумал жизнеописатель Дмитрий Ростовский? В один день целое гнездо святых, и ни одной святой после этого за 2000 лет не было канонизировано с этим именем. Почему? Можете посмотреть в календаре.
Эти имена стоят в странном одиночестве. Хотя напротив Анны – благодать, 15 святых с таким именем, напротив Феодоры – Божий дар, 8, напротив Иулиании, Ульяны – 12. Не потому ли? Почему? Почему? Не потому ли, что ни евреи, ни римляне, латины, ни греки, ни другие нации не знают таких имен? Имена же пишутся и произносятся так, как примерно звучат на родном языке. Как мы могли взять их и внести в свои календари без перевода, если предположить, что у Софии были дочери с такими качественными именами, но могли бы только произношение на их языке, но не по-русски же. Пример. Славянское имя Светлана. Светлая. Марта 20, да, февраля 13. Такого жития нет вообще. Но в календаре указано в скобках Фатина, Фатиния. Когда же открываем не список имен, а сам календарь, то там никакой Светланы нет, а стоит в оригинале имя Светланы Фатиня. Значит, делается грубая и подыгрывающая невежеству натяжка. Вернее всего, не было и святой Софии премудрости, а это всего лишь божественная и нравственная сущность Бога и человека. Тут еще сложнее. Свои мудрые богословы, такие как Бердяев, Павел Флоренский, да и многие другие, пошли глубже, объявляя Софию четвертым отдельным лицом божества. Церковь объявила это учение явной ересью. В Священном Писании есть чудное указание пути к совершенству, достижение божественной любви через веру во Христа и надежду. 1 Коринфянам 13:13. А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. По всей вероятности, у благочестивого монаха, не боящегося лжи, это желание выразилось в стремлении, чтобы эти понятия веры, надежды и любви были в обиходе, на языке, в быту. А все идет от премудрости, которой он и объявил их матерью. Так что понимать эти жития Софии веры, надежды, любви в аллегорическом плане более верно, чем может быть. Быть может. Быть может. Католики проводят по временам деканонизацию некоторых святых, находя их жития вымышленными и недействительными. В Библии есть несколько мест, где премудрость содействует со словами «вера» и «любовь». Вот какие, понимаете, ответ какой. Они деканонизировали Георгия Победоносца, совершенно из списка выкинули, и Николу Чудотворца, самое популярное у русских и у грузин. Далее. То есть не было жития, то есть надежды любви? Я сказал, может быть. 1 Коринфянам 1:21. Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу и ростом проповеди спасти верующих. Сирахам 1:27. Ибо премудрость и знание есть страх пред Господом, и благогуждение Ему – вера и кротость. Лука 2:52. Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте, и в любви у Бога и человека. Премудрость Соломона 6:12. Премудрость светла и неувядающа, и легко созерцается любящими ее, и обретается ищущими ее. Сирахов 1. Слово «премудрость» – это София. Люба – это любовь. Я нахожу в Писании, где они рядом соседствуют. Сирахов 1:14. Любовь к Господу – славная премудрость, и кому благоволит Он, разделяет ее по своему усмотрению. Надежда также не чужда мудрости. Притча 24:14. Таково и познание мудрости для души твоей. Если ты нашел ее, то есть будущность, и надежда твоя не потеряна. То есть София, как с матерью, я еще если с любовью, с верой нету, а с надеждой есть, встречаются один раз, и я сюда ее взял. Если очень необычный подход, согласно Писанию, проверить, есть это или нет. Дальше. Стихотворение. Мне помогают многие. Зачем? Я собираю щепки после стройки. Музей составится из даренных вещей. Все по согласию и ни одной попойки. Друзья по духу, при одной идее, во имя Иисуса пот соленый. Им важен результат, а не копейки. Таким на поприще обещан путь зеленый. Что увлеченно, с верою сотворим. На то увлек единоверцев ближних. Дверь к совершенству в небо отворил. Пополнил волонтеров чудных в списке. Помощники, и я вам помогал. И не единожды, трудясь в изнеможении.
чтоб с верой, закаленной как металл, не спотыкались и при поношениях. Любовью вашей окружен всечасно, дарами спонсоров с рукопожатием крепким, дух благодарности, ликующий от счастья, и по-земному в радости нередко. Куда ни гляну, плод моих друзей в готовом виде путь мой украшает. Не думайте, что каждый фарисей позарился и прибыл за грошами. Их искренность не вызовет сомнений у самых нездорово любопытных. Надежда — якорь, а дела — как звенья. Нас не расторгли расставаний пытки. Возвеселись собрание спасенных, Христовой кровью спаянные вкупе, не в староверческом болоте вечно сонном, но с осознанием, что мы Христом, что ты Христом искуплен. Обогащал я многих, бывший нищим, сын пастуха, но узнан в интернете, бездетного, но дети дружно ищут на должность царскую у Бога на примете. Хорошая? Хорошая. Вот так. Вот это вот легкость стиха написания, я говорю, сравниваю, только нахожу из 300 поэтов Бальмонта Константина Дмитриевича. Так, о чем? Ну, тут про надежду спрашивали имя. Давай. Церковь, надежда. Все на этом сейчас зафиксируй. Зафиксируй и снимай. Что будет? Слава Богу. Благодарю.